Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам полуботинки Derby английского бренда Dr. Martens. Верх сделан из натуральной шлифованной кожи теленка. Она прочная, хорошо сохраняет первоначальную форму. При правильном уходе такая кожа будет служить вам не один сезон. Несмотря на плотность кожи, надевать такие полуботинки удобно. В модели Derby боковые детали свободно расходятся в стороны, а после закрепления шнурками плотно садятся по ноге. Кожаная подкладка и стелька дадут вашим ногам дышать. Ноги будут меньше потеть в течение дня. Подошвы из ПВХ легко переносят воздействие масел, кислот, щелочи, бензина и противостоят любым погодным явлениям. Подошва повторяет анатомические изгибы стопы, а воздушная подушка Airwear смягчает удары при ходьбе. Ваши ноги будут меньше уставать. Легкая и прочная, она не подведет вас на скользких поверхностях. Подошва пришита кверху обуви швом Goodyear от Dr. Martens. Шов скрепляет в одно целое основную стельку, верх обуви и рант подошвы. Пространство между основной стелькой и подошвой заполнено нетканным материалом. Это укрепляет и амортизирует обувь. После рант припаивают к подошве, и они превращаются в монолитную конструкцию. С таким креплением обувь надежная и гибкая. Полуботинки нельзя назвать абсолютно непромокаемыми, но их можно носить в дождливую погоду. Высокая подошва и рант не дадут воде попасть внутрь. Эти дерби относятся к стилю casual с элементами городского рока. Носите их с широкими джинсами и короткой косухой. Пару также можно надеть с брюками из мягких тканей и свитером. Образ получится смелым, если дополнить мартинсы белыми носками, короткой юбкой-трапецией и облегающим топом. Наслаждайтесь комфортом с вашими новыми полуботинками Derby Dr. Martens.